Ну что? Все готово к операции? Так точно! Слушай, а почему так темно? Так ночь уже! Я спрашиваю в операционной, почему темно? Быстренько. О, сейчас. Вот. О, совсем другое дело. Так, где анестезиологи? На халтуре. А страшная сестра, в смысле старшая? В шоп-туре на Кубе. На каком Кубе? Не на Кубе, а на Кубе. Ну, страна такая, с бородою. Так я не понял, что, никого нет, что ли? Почему? Я есть. А ты кто? Я Гриша. Какой Гриша? Гриша вместо Любы. А Люба? А Люба вместо мене. Кошмар. Правильно, кошмар Григорий Григорович. Гриша? А у тебя вообще какой профиль? Люба говорит, ну, Гриша, у тебя и профиль. И смеется при этом. Нет, профиль, ты чем занимаешься вообще? А, плиточники, мозаичники мы. Кошмар. Что? Да нет, это я не тебе. Так, больной, не волнуйтесь, мы начинаем. Перчатки. Кого? Перчатки. Какие перчатки? Резиновые. Так, они их самогонщики на банки натягивают. А, так они на банках. А халат? И халат. Так я не понял, что мне его в своем пиджаке резать, что ли? Да чего вы волнуетесь? Возьмите мое пальто. Начнем сегодня или нет? Да давайте быстрее, а то меня Люба ждет. Да что ты мелешь, Гриша? Ты... А вдруг он чей-то родственник? Ну и что? У нас вчера тоже один кричал. Я родственник. Ну что? Ничего. Разрезали, зашили. Не, ну, правда, главврач потом сильно кричал. Почему? Он кого-то проведать приходил. Да что ты мелешь, Гриша? Ты понимаешь, что я как сапер здесь. Я могу ошибаться только один раз. А я уже раза четыре. Кошмар. Что? Да нет, у нас тоже случай был. Значит, идет прораб, а на него бетонная плита на голову. Стоп. Плитка на четыре стороны, а голове ничего. Гриша? Что? А что это у него тут такое в руках, а? Что-то круглое. Ага. Может, деньги? Гриша, ты где его взял? У скверики. А почему ты, Гриша, решил, что он больной? А я иду, вижу, а он стоит бледный такой. Ну, я думаю, наверное, больной. Ага. Очень больной, Гриша. Вот и я думаю, кто, думаю, будет стоять зимой в одних трусах и с барабаном? Гриша, ты знаешь, кто это? Нет. Идиот! Что, настоящий? Это памяти гипсовому пионеру, Гриша. Тащи его обратно, кошмар, Григорий Григорьевич. Привыкли руки к топорам. Люди белых халатов.